По словам главы администрации, он сам и его заместитель по вопросам ЖКХ не только знают о стихийной свалке на улице Мелиораторов, но и достаточно регулярно посещают с инспекцией данную площадку с емкостями для сбора ТКО. Там что творится. Вот если есть желание, посмотрите, вот, как может быть, когда мы эту ситуацию немножечко упускаем. Это сейчас не претензия к возчикам, в любом случае, да. Там у нас бомжи обосновались, которые этот мусор разбирают в посадке, выжигают из него металл, там из этих матрасов, из резины, из всего. Слушайте, ну вот посмотрите, что там творится. Это наш город, наша с вами территория, мы должны ее поддерживать в надлежащем санитарном состоянии. Далеко не все утруждают себя выбрасыванием ТКО в контейнер. Об этом красноречиво свидетельствуют зловонные кучи отходов вокруг емкости и в прилегающей лесополосе. Здесь же устраивают себе ночлег асоциальные граждане. По словам Владимира Рощупкина, надо признать, что переломить ситуацию пока не получается, поэтому руководителям коммунальных служб поручено разработать конкретные предложения по решению данной проблемы. А пока необходимо объединить силы и ресурсы для проведения здесь субботника. Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.